Канал «Интересная Америка». Алекс, мы добрались до каньона Брайс. На самом деле название каньон — это такое условное немножко. Он представляет себе огромную такую территорию, называемую как бы амфитеатром таким. И вот в этом вот, на этой огромной территории стоят, я даже не знаю, сооружения, скалы. Наверное, больше напоминает как статуи. Статуи, которые называются худу. Вот такие вот они. Они имеют причудливую форму и состоят из песчаника. Когда едешь издалека, кажется, что их форма и их структура и состав очень твердые. На самом деле это очень мягкие и очень рассыпающиеся камень, и он очень опасен. Очень часто случаются обвалы здесь. Много трейлов было закрыто в самом, именно в самом. Мы только въехали, напоминаю, мы только въехали. Это въезд на территорию парка. Да, но просто решили подойти к ним уже сразу, не терпится. А напоминает обожженную глину, ну, как кирпичи вот делают, красные, да. Пойдем пощупаем, посмотрим и чуть-чуть заберемся наверх. Вот позади меня те самые худу, вот эти вот сооружения из песчаника. Красный цвет такой остро ярко выраженный из-за того, что очень много примесей железа. Да, ну вот, собственно, так нас и встретил национальный парк Брайс. Но мы отправляемся дальше. Вот такое. Такая вот арочка встречает нас на въезде. Выпилили, обтесали, отполировали. Фотографируйтесь, заезжайте. Вот вторая арочка. Интересно, интересно. Третьей нету? Нет, третьей нету. Первая точка. Сейчас мы увидим тот самый знаменитый амфитеатр Брайс, который известен своими вот этими многочисленными причудливыми сооружениями худу. Вид, который открывается перед моими глазами, просто впечатляет. Я мечтал, я видел на этих фотках, это просто поэзия в камне. Колизей, мать его, вашим глазам, пожалуйста. Национальный парк Брайс находится значительно выше, чем парк Зайон, где-то примерно 2,5 километра высота над уровнем моря, поэтому здесь гораздо холоднее, ночью температура опускается ниже нуля, и если присмотреться, можно даже увидеть шапки снега, до сих пор еще остались, а сейчас середина апреля. Да, порывы ветра периодически здесь так подхватывают пыль. Но не это главное, все это ерунда, это все меркнет по сравнению, когда ты видишь вот такую вот красоту. И зимой он тоже, кстати, здесь очень классно выглядит, он покрыт здесь снегом. Но мы решили приехать все-таки весной. Да, а опасность вот этих вот худу, так называемых, в том, что они очень легко осыпаются. Здесь упасть, скатиться можно буквально за считанные секунды, достаточно только попытаться туда вот встать. Некоторые трейлы здесь были закрыты, но в принципе туда вот можно вот спуститься и там ходить внизу, что мы, в общем-то, собираемся сделать завтра.
Ну что, ребятки, в общем, мы приехали, поднялись еще на 280 метров высоту. Сейчас высота составляет 2800 над уровнем моря. И мы сейчас видим самую южную часть каньона Брайс, вот этого самого длинного каньона. Амфитеатр тот самый зрелищный, он остался где-то там позади. Мы проехали порядка 20 миль и видим сейчас именно вот эту вот окраину, южную окраину самого каньона. Конечно, она не такая зрелищная, как та часть, которая называется амфитеатром. Здесь больше зелени, больше елей, больше сосен. В общем, да, есть вот эти вот худу, но их очень мало. И в основном они еще не отдельно стоящие, а такие прикрепленные так к берегам. Здесь гораздо ветренее, снега больше осталось. Вот, в общем, все, мы на сегодня заканчиваем вот эту вот обзорную такую вот поверхностную сверху вот эту вот экскурсию, и завтра спускаемся вниз. Да. В небольшом туристическом городке Брайс мы взяли комнату в таком вот чудном отеле. Называется он Western Ruby. Да, оформлен в стиле, в таком очень интересном стиле, ковбойском таком, выполнен из дерева. Он уже как-то сгорел был полностью. И уникальное здесь то, что здесь есть все. Бассейн, гифт-шоп, ресторан, галерея. В общем, все, что нужно, не выходя из одного здания, можно получить. Да, вот такие вот. Свежее прохладное утро. Мы припарковались возле точки, которая называется Sunrise. Здесь мы спустимся, поднимемся мы в точке, которая называется Sunset, и проделаем небольшой такой спуск вниз. Легкий такой walking, может и не легкий, не знаю. Поднимемся уже в другом месте. Надеюсь, будет что посмотреть. Оставайтесь с нами.
очень интересные такие формы рисует вот это вот, вот эти вот худо, напоминает то ли замок, то ли башню чего-то. А вообще, если воображение развито, ну, приходят на ум разнообразные такие образы. Вообще интересно, такое ощущение, как будто я стою перед стенами какого-то замка. И вот это вот реально, они такие огромные, такие массивные и высокие, что ворота, вот эти вот башни, и как будто кто-то там стоит, охраняет этот замок. Да. Я уже как-то говорил, что структура вот этих вот худу, это красный песчаник, который прессуется за долгое время своего наслоение, но он выглядит очень крепким, на самом деле он легко крошится. Если подойти, то можно, в общем, вот так вот рукой расковырять практически любое место. Именно поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, можно соскользнуть, поехать. Очень часто здесь осыпаются камни, очень часто здесь бывают обвалы, и вообще туристы, я думаю, немало было. Ну, не погибших, но, во всяком случае, получивших травмы, какие-то повреждения, да. Этот вообще парк национальный, почему Брайс был назван, давным-давно, еще в 19 веке, жил тут, поселился такой достопочтенный Эбенезер Брайс, мормон по своей религиозной вере. И вот, в общем-то, он тут основал первое поселение. Как он тут жил, я не знаю, здесь сумасшедший перепад температур. Сейчас вот апрель, утро, настолько зябко, настолько холодно, что я не знаю. И это все происходит... Именно перепад днем жарко, а ночью очень-очень холодно. И ветер. Ветер жуткий здесь местами. Порывы очень сильные. Вообще интересно, как они появились, вот эти вот причудливые худу. Дело в том, что это же фактически как большая такая огромная яма, и когда здесь не было ничего, ни вот этих вот фигур. Были такие канавы, рытвины. И талая вода после зимы, ну... Когда снега много было, талая вода, она стекала, капала в виде ручьев. Периодически, поскольку здесь перепад температуры очень большой, ночью это все замерзало, вода, которая капала в виде сосулек, замерзала, расширялась, раздавливала, крошила вот эти вот канавы, эти овраги. И постепенно ветер потом это все высушивал, выдувал, и оставались вот такие вот, как статуи. Ну, естественно, это происходило в течение нескольких миллионов лет. Насколько я помню информацию, это где-то примерно порядка 150 миллионов лет вот эти вот формации. Особенно там, на некоторых, где есть белый цвет, белая вот прослойка, которая сверху, там, по-моему, даже больше 150 миллионов лет. Вот так вот. Начался наш самый сложный участок пути, это подъем.
подъем к точке Sunset. А подъем обещает быть крутым, поскольку угол очень такой высокий, острый. И, ну, будет идти очень интересно, потому что в окружении таких гигантов просто шикарно. Кстати, если внимательно присмотреться, можно обратить внимание, вот заметны вот эти потеки, когда вода с тех краев, со склонов текла, капала, она потом ночью замерзала, застывала в виде вот этих вот потеков, и так вот образовывались вот эти вот продольные выемки, создавая вот эти вот фигуры. Известное, кстати, место, очень часто можно увидеть его на буклетах рекламных. Вот эта вот фигурка называется молот Тора. Мы практически поднялись уже наверх, вот оттуда. Проделали мы вот такой вот путь. И вышли вот сюда. Это вот тот самый Trail Wall Street, где огромные снова небоскребы Худу, но он закрыт. Можно увидеть лишь вот эту дорожку. И понять, насколько там действительно было бы шикарно прогуляться среди вот таких вот громадин. Там на самом деле словно небоскребы. Но он закрыт, поскольку там часто осыпаются вот эти вот худу. И были уже прецеденты травм туристов. Поэтому закрыли.